Итак, всем привет, друзья! Сегодня я покажу для новичков упражнение на плечи, на все дельты. Будем это экспериментировать на Вике. Посмотрим на ее страдания, как всегда. Вот, упражнений будет много, достаточно. Я не буду сейчас их говорить, мы рассмотрим их в течение тренировки нашей. Одно могу сказать, должно быть 2-3 подхода для новичков, этого достаточно. Делайте, давайте возьмем такую амплитуду от 5 до 12 повторений. Зависит, конечно, от веса, какой вы берете. Где-то в среднем у вас должно получаться 8 повторений. Вот так возьмем, да? Ну что, в начале тренировки всегда обязательно должна быть разминка перед тренировкой всего тела. А так, начинаем. Итак, друзья, первое упражнение на плечи, это базовое упражнение, можно назвать, это жим гантелей сидя. То есть смотрите, как оно выполняется. У нас внизу, на нижней ступени, у нас руки должны быть 90 градусов где-то, может капельку пониже. Вверху, смотрите, что мы делаем. Оп, и мы пытаемся максимально свести руки вот сюда. То есть не просто поднимаем вверх, а пытаемся... свести. Блин, тут, конечно, сложно, вот эти фигни мешают, они длинные очень, но мы должны пытаться все равно свести как бы руки друг к другу в верхней фазе. Внизу мы на 90 градусов опускаем, вверху вот так, не забываем дышать. Когда при верхней фазе, когда мы толкаем вверх, мы выдыхаем, внизу мы вдыхаем. Вика пробует. Так, Вика не смогла, короче, сделать с блинами. Мы теперь будем делать без блинов. Давай, погнали. Я слабачка. Слабачка. Помнишь как? 90 градусов, да? Так. И вверх, давай. Оп, и пытаешься сводить, да. Только аккуратненько делай. Вот. Я уже не буду надевать блины заново, покажу так. Смотрите, жим Арнольда, что это такое? Это практически такое же упражнение, только мы, смотрите, жмем вверху, и в нижней фазе мы делаем вот так. Что это качает? Это качает в основном переднюю дельту. Ну, естественно, среднюю дельту тоже, но в основном переднюю. Заносим вот сюда прям. Тут руки не кладем вот так. Мы держим в напряжении их. Держим в напряжении, чтобы у нас дельта напрягалась. Следующее упражнение – это молоток. Берем гантели вот так, двумя руками, и делаем так. В верхней фазе у нас должно 90 градусов быть, то есть не надо заносить вот так ее. Делаем так. Вот. Опять же, когда мы делаем вверх, мы должны выдыхать. Когда вниз, мы вдыхаем. Не-не-не, у тебя руки прямые абсолютно должны быть. Погоди. Прямая рука абсолютно. Обе прямые. Вот так. Да, вот. Оп. 90 градусов в верхней фазе.
Итак, друзья, следующее упражнение – это махи. У нас махи могут быть на все три дельты – на переднюю, на среднюю и на заднюю. Показываю со средней. Делаем вот так, то есть… В верхней фазе у нас тоже 90 градусов рука. Немножко наклонено, то есть представьте, как будто вы выливаете воду из кружки или чая, там, неважно. Вот, то есть наклонена рука. То есть вот, вот в этом положении вот так, а в верхнем мы немножко как будто выливаем воду. Вот, это на среднюю дельту. Вот так? Да, нет, ну или да, не-не-не, вот, вот так, да, немножечко, вот так вот. 90 градусов, ты опять замахиваешь высоко очень, как будто птица, блин. Следующее упражнение на переднюю дельту. Встаем прямо. Руки опять, кстати, во всех махах руки должны немножко согнуты быть в локтях. Вика делала вот так, прямо, они немножко капельку должны согнуты быть. То есть вот, передняя дельта теперь показываю. Руки опять же, немножко, локти опять же немножко согнуты. В верхней фазе 90 градусов, вот так закидывать не нужно их. Вот. Поехали. Последние махи на заднюю дельту выполняются они вот так. Мы садимся жопой, короче, на край, ставим ноги вот так. Где-то у нас тело будет, ну, примерно 90 градусов, да, вот так стоять. Оно прямое. И делаем так. Тоже в верхней фазе у нас 90 градусов, да, не выше. Не надо вот так закидывать. Тогда будет включаться трапеция и спина. Нам нужно, чтобы работала только задняя дельта. Вот, 90 градусов. Опять же, друзья, мы показали вам по одному всего лишь подходу в каждом упражнении. Вы должны делать где-то по 2-3 подхода. Не обязательно делать 10-12 повторений. Делайте сколько сможете, да, на максимум, там, я не знаю, ну, хотя 5-6 делайте изначально. Берите вес, который вам по силам. То есть, чтобы сделать можно было 8 повторений 100%. У нас где-то вес вот этих фигонь 2 килограмма, наверное, да, 2,5, возможно. Вот, и поэтому Вика делала довольно сложно, потому что она новичок, еще и девушка, силы мало. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если хотите еще таких роликов с Викой, обучающих в частности. Вот, подписывайтесь на канал обязательно. Увидимся в следующем выпуске. Пока.